Леночка, для тебя все звезды мы выставляли в ряд, чтобы все получилось невероятно круто. И мы тебя все там пообманывали, что никого нету. На самом деле есть все. Даже те, которые сказали, что нет, вообще никак не получается. Большой сюрприз для абсолютно всех. Это приезд, да-да, именно ее, нашей кучерявой любимой Чивы. Жду ее, встречаю. Ради тебя. Все ради тебя, дорогая. Все для Хели, ну не только для Хели, но ради Хели старались. Да-да-да. Ну и мамины голубцов. А, голубцов не будет. Светлана, что ты делаешь, Светлана, расскажите. Подъедаю запасы яшек. Ольга, что ты делаешь? А ну-ка, а ну. Оля подает мне запасы яшек. Да, я подаю запасы яшек. Красота у нас тут. Свято. Ой, и Денник тут, да? Денник. Тетя Света не... У нас видео начинается с того, как Света и Валя, нет, Лена, Света и Лена поют песню. Младший лейтенант, мальчик молодой. А знаете, какую Лена хочет песню? Какую? Которую мы наложим, которую мы потом наложим на видео. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется валяться в городок. У нее сейчас получится. На наших улицах ты дома, где все просто и знакомо, наверное. Где нет зависти и злости, где друг другу ходят в гости, всем пару. Валечка, обрати внимание, как он мамочка ждала, наверное. Боже, да, вот, Леночка, дивись. А чё ж пустой? Так я сфоткаю, это нормально. Я сфоткаю сейчас на телефон. А, ну всё. Если что, Оля тут внизу на полу, у моих ногах. Да, я у твоих ног. Девочки, у меня сердце стучит. Как никогда. Света, я тебе не знаю, что это. Если что, тут Света и Ильич. Тихо, всё, Люба наша дівчинка, наша трішки американка, але найбільше як українка. Ми така пропочали до Америки. Проводили тобі таке формування. А тепер тобі час вибиратися додому, в рідну батьківщину. Ми тебе дуже чекали. Пока одна, ты как одна, пока мы не уезжали. Сейчас, Леночка, мы ее руки. Тихо. Я устала, тебя! Дайте вначале сфоткать, подождите. Можно?
телеги и разъехались соседи, кто куда. И когда дома сносили, мы с тобой, мой друг, шутили, не беда. Раз в году письмо скупое, поздравление с Рождеством и долгих лет.